Привет. В общем, позвонили только что из автопилота. Это те именно чехлы, которые вы мне подсказали. И поэтому ждем сейчас 15 минут, подъедет мастер, будем менять. Что бы хотелось от этих чехлов? Ну, чехлов, вернее, чтобы они идеально подходили, как описано было на сайте, типа а-ля перетяжка. Вот. Ну, я понимаю, что многого ждать от этого не придется, но тем не менее. Эко-кожа есть эко-кожа, и для детей это вообще лучшая тема. Ну и так обновить вид в авто, я думаю, тоже неплохо. В общем, смотрим то, что было до, ну и потом будет то, что после. В общем, как-то так. Все ссылки на то, где заказывал я, и может быть кому-то понадобится, обращайтесь. Пока не знаю, рекомендовать или нет. Наверное, все-таки после установки скажу более конкретно. Ну и вот что по итогу мы имеем. Это прошитые сидушки, поэтому внизу у них есть форма. За то, что прошитые, отдельно спасибо установщику, который посоветовал именно прошить один лишний подголовник, потому что у нас на модели есть и с 5 подголовниками, и с 4, как у меня. Вот так вот выглядят сзади сидушки. Это именно сидушка полностью обтянутая. Вот как-то так. По поводу столика. Столик, конечно, он никуда не делся, он есть. То есть, если сложить, здесь где-то он есть. Вот. Ну и появился карман. Ну и самое главное, это оригинальность этих чехлов. Проверяются вот этим, типа швейная группа Автопилот, дается на них хорошая гарантия. Ну и плюс еще вот здесь идет у них такой логотипчик. В общем, как-то так. Немножко торчат ниточки, ну да ладно, все это мы запрячем. Я думаю, и Геннадьевне, и Андреевне понравится. В общем, как-то так теперь выглядит наш обновленный салон из эко-кожи и эко-кожи с перфорацией. Это серо-черный. Устанавливали, ну, минут 40 где-то. Ну что, в целом мне очень сильно понравился салон. Стильно, модно, молодежно. Теперь это заиграло новыми красками. Почти как новая копейка, скажем так. А в общем, очень сильно понравилось. Установка быстрая. Впечатлений масса. Пойду теперь убирать в багажнике. Теперь сзади у меня затянуто эко-кожей. И мы красивый сундучок теперь прилепить некуда. Поэтому будем лепить его к бочине. Не знаю, посмотрим сейчас, куда его приткнуть проще. Пока найдем, куда приткнуть, а потом наведем порядок внутри. В общем, как-то так. Всем пока. Заказывайте по ссылке в описании.